Так, ну что ж, все любители и подписчики многоуважаемого Ахиллеса, всем, ребята, привет, большой привет. Вот в таком состоянии находится сейчас моя комната. Да, стримить в ней пока, конечно же, нельзя, хоть и хочется, черт побери, ребятушки. Как там, черт побери, без меня мир пубга поживает? Сколько тысяча людей не убито из моего ствола, черт побери, интересно. В общем, что можно сказать по-быстренькому? Пол, ребята, пол залит, уже все, я стою на твердом цементе, черт побери, убрали отсюда линолеум. Под линолеум был, значит, ДСП. Под ДСП куча дощечек советских, которые тоже вырвали. Под дощечками был гравий. Вот, все это было залито примерно 65 мешками цемента. Все очень круто. Вот, паркетик будет лежать идеально, без скрипа. Все очень круто. Также у нас большинство стен, да не, наверное, не то, что большинство, а все здесь зашпаклевано уже, в принципе, готово практически под покраску. В понедельник, значит, будут класть стеклохолст на вот эту вот арочку, такую вот арочку. Вот. Не знаю, что еще будут делать. Ну, говорят то, что за следующую неделю все будет готово. Потолки, соответственно, ну, точнее, комната поднялась на 3 сантиметра выше, потому что, ну, так лучше, да и лишнего материала, чтобы не тратить, там, опять же, плюс с коридором связано, там, коридор у нас... Я буду когда менять, тоже его надо будет опускать там, на уровне других комнат, но это объяснять долго на самом деле. Стена вот эта вот, уравнивали стену примерно, наверное, сантиметров 5, наверное. Комната в ширину стала, точнее в длину стала меньше. Прям тут, прям, ну, заметно на самом деле, хотя здесь уже все зашпаклевано, да, здесь незаметно. Ну, не на 5, ладно, сантиметров, на 3, наверное. Вот, и здесь, разумеется, будет висеть кондер, вот. И, в принципе, также светодиод, уже все, я купил, в принципе, больше покупать ничего не нужно. Вот, багеты, под багеты у нас... Светодиодик будет лежать. Светодиод хорошенький, купил, классный. Если вам что-то будет, что-то о чем-то говорит. Normal Lab. Новый магазин у нас здесь в Пензе открылся. Там мужик очень классно рассказал все, что нужно, как его подключать, все, что вообще и куда прятать, значит, этот аккумулятор и... как он называется, контроллер, который будет связан с пультом, пульт, который будет управлять светодиодом. Все очень подробно объяснил, как нужно прокладывать, как его подключать правильно, чтобы через определенное время не потухло там с одной стороны, какой там толщины что-то должно быть. Все описал, написал, вообще крутой мужик на самом деле. Я также хочу сказать, купил, точнее не купил, а уже пришел. Микрофон, о котором так долго вы говорили, что вот нужен хороший микрофон, тебя ни хрена не слышно. Вот, пожалуйста, вам микрофон Blue Yeti черного цвета, Blackout. Надеюсь, ну, не дай бог кто-то найдется и скажет, что черт тебе побери, Ахиллес, тебя хреново слышно, купи себе нормальный микрофон. Но если уж с этим микрофоном меня будет плохо слышно, я тогда не знаю. Я тогда не знаю, ребят. Вот. Батарею, кстати, я передумал менять просто под покрасочку белого цвета. Оставлю их, манду их на самом деле, там, потому что на батарее посмотрел, там еще 30 тысяч примерно надо будет потратить, поменять эти две батареи. Я уже думаю, ладно, в манду их, в принципе, не особо важно. Я их наполовину убавлю, чтобы не работало.
так не пекло, как сейчас. Сейчас, конечно, передать жару здесь. Ну, хотя не так жарко, здесь окна открыты. Ладно, ребят, в общем, все, что хотел сказать, я сказал. За следующую неделю должны здесь все уже сделать. Все очень цивильно, соответственно, также сниму видео, как здесь уже будет в готовом виде все выглядеть. После того, как еще и поставят шкаф. Шкаф, кстати, будет стоять вот здесь, на, то есть в том углу. Вот шкаф-купе, очень крутой, классный, красивый. Я обязательно здесь все это сниму. Вот. Стол, правда, останется прежним, пока не заказывал я новый. Вот. И все, следующая неделя, там, может быть, воскресенье, понедельник, наверное, вот эти дни. Ну, в зависимости от того, как краска будет сохнуть, ребят. Кстати, вот эта стена будет красной. Вот, вот это полностью от того угла до этого. Красная арка, соответственно, белая. Это тоже белая, та стена левая, это тоже правая стена белая будет. Вот, здесь я уже знаю, что будет висеть, готов заказывать картины, ретро-картины с AliExpress разного характера. То есть я уже представил в черной рамочке, это все будет выглядеть здесь, висеть, блин, потрясающе, то есть идея вообще супер. А на той стене будет, значит, коллекционная издание кое-чего, это я пока не буду говорить чего, вот, думаю пока сходить в мир зеркал, заказать, ну точнее не сейчас буду заказывать, конечно же попозже, через месяцок может быть, для коллекции кое-чего, будет здесь фигурки стоять во всю стену, вот тоже будет, я считаю, что будет круто, еще думаю, может быть даже тоже с подсветкой будут все эти фигурки находиться, ну, как это называется-то, не стеллаж. Я думал о стеллаже, но здесь будет стол стоять, поэтому, скорее всего, это будут полки. Ладненько, ребят, всем пока. Ждите Ахилла, и он обязательно придет. Следующую неделю, это край, до воскресенья, до понедельника, я думаю, там уже мы все будет сделано, и я начну стримить. Всем пока, ребята. Всем пока-пока.